Молитва веры ⁇ это молитва, в которой вы настолько уверены в Божьей воле, что не можете принять отрицательного ответа. Чем больше вы ведете молитвенную битву, тем более сильной становится ваша решимость получить ответ, поскольку вы уверены, что такова Божья воля. Вы знаете, что сатана столь отчаянно сопротивляется, потому что боится ответа. Вы знаете, что сатана столь отчаянно сопротивляется, потому что боится ответа. Сатана сопротивляется, потому что боится ответа. Это очень важно. Это очень важно, друзья, понимать, что сатана сопротивляется, потому что боится ответа. И поэтому вы сражаетесь просто до упора. Просто до упора, потому что вы верите что так должно быть. Это точно Божья воля. И я не готов принять отрицательный ответ. Я не готов принять отрицательный ответ по поводу спасения своих родственников. Потому что Божье Слово утверждает, что Бог хочет, чтобы каждый спасся, во-первых. Во-вторых, дает обетование, что я и весь мой дом будет служить Господу. Это точно Божья воля, и поэтому я не остановлюсь пока не увижу весь свой дом служащим Господу. И да, дьявол будет сопротивляться, плевать на его сопротивление, они будут сломлены во имя Иисуса Христа. В одних случаях молитва веры выражает спокойную уверенность, самообладание непоколебимого полководца. Сейчас мы будем переходить к двум видам молитвы веры, друзья. И вот в одних случаях молитва веры выражает спокойную уверенность и самообладание непоколебимого полководца. В других случаях она выражает страстную решимость войск на передовой, прокладывающих путь через укрепленные позиции противника. Страстная решимость войск на передовой, то есть сражение, сражение за победу. Два вида молитвы веры, какая она может быть. И обе из них работают, обе из них прекрасны. Это вера, выражающаяся в спокойной уверенности, спокойной абсолютной уверенности. И это вера, выражающаяся в страстной решимости. Два вида молитвы веры. И помните, что вера это действие, действие, состояние, отношение, да? отношение и факт. Если мы возьмем вот, вот это действие, отношение и факт по поводу первой молитвы веры, действие следующее. Помолился и забыл об этом, Будучи уверенным в ответе, то есть я делаю что? Я просто молюсь коротко один раз, и потом я верю. Я верю спокойно. Я в состоянии абсолютного покоя. Я уверен, что Бог ответил. Мое действие выражается в ожидании ответа. В спокойном ожидании ответа. При этом, что я чувствую? Какое мое отношение? Абсолютный мир и спокойствие и покой. В этом. И результат, соответственно, приходит, если мы говорим о втором виде молитвы веры которая выражается в страстной решимости. Здесь по-другому. Какое действие? Вы бьетесь за ответ. Вы понимаете, что ответ должен прийти, и вы неспокойно отдали это на волю Господа, ждете воплощения. Вы сражаетесь за это. Вы деретесь за этот результат, потому что вы понимаете, что он должен прийти, и вы за него сражаетесь. Действие выражается в том, что вы активны в своей молитве, вы просто вступаете в духовную брань, и воюете за этот ответ. При этом какое отношение? Непоколебимой уверенности, что это будет и такая страстная просто натиск у вас внутри на полчища врага. Ну и факт заканчивается, соответственно, ответом на молитву. И вот тут вот нужна мудрость, чтобы не путать Смит Уигглсворт, о котором я буду говорить дальше, который великолепный просто муж веры, у которого так многому можно поучиться, он говорил в свое время следующий факт, что если вы молитесь второй раз о чем-то, это говорит о том, что в первый раз вы молились без веры. Если вы молитесь о чем-то во второй раз, это говорит о том, что в первый раз вы молились без веры. Почему он так говорит? Потому что этот муж веры двигался в основном первым способом. Вера, выражающаяся в спокойной уверенности. Он просто помолился и все. И дает Господу действовать. Но есть вторая сторона. Есть люди, которые сражаются за ответ, будучи абсолютно уверенными в том, что этот ответ должен прийти. И это тоже молитва веры. Сражение. Не значит, что мы всегда должны просто помолиться раз и довериться Господу и ничего больше не делать. Можно делать. Поэтому вот это вот важно понимать. И то, и то работает. И то, и то прекрасно.